Уважаемые саратовцы, дорогие земляки, решите поздравить вас с этой памятной датой, важным событием, важным праздником для нашей страны, для нашего города. Символично, что в этот день мы собрались у памятника Юрию Алексеевичу Гагарину, чтобы помнить это, чтобы говорить об этом и эту гордость передать нашим детям, следующим поколениям. Юрий Алексеевич Гагарин дышал этим воздухом, он ходил по нашим улицам, и город Саратов является важным в его судьбе, в его этапах жизни. Он здесь учился, и символично, что приземление первого космонавта в мире, нашего земляка Юрия Алексеевича Гагарина, было именно на саратовскую землю. Дорогие друзья, город Саратов имеет вузы, предприятия, которые связаны с авиацией и космонавтикой. И мы гордимся этим. И пусть все космические открытия, современные разработки будут служить только миру и изучению пространства. То, чем занимался Юрий Алексеевич Гагарин, первый шагнул в космическое пространство. Дорогие саратовцы, решите вас поздравить с этой датой, с этим праздником и пожелать нам всем мирного неба над головой, благополучия в семьях, здоровья. Ну а сегодня все мероприятия в нашей стране посвящены космонавтике и нашему земляку Юрию Алексеевичу Гагарину. С праздником всех!